Вечером. В куплете. Бюджетный орган решил меня нанять, чтоб наши песни, пляски и сказки охранять. В подвале темный офис, внутри седой старик, и прямо мне на ухо раздался зычный крик. Эй! Путь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй! Русских добрых сказок, коль желаешь, расскажу. Мог свистом убивать, ступай-ка на морозе, подснежники срывать. Нашел себе лягушку, вы вместе до конца. И кто убьет Кощея, иголка из яйца. Эй, будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй, русских добрых сказок, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу. От этих добрых сказок не сплю я по ночам. Я всю отнес зарплату психологам, врачам. Сплошные бабки-ёшки мерещатся в пути. От добрых русских сказок спасения не найти. Эй, путь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Определился, либо тебе страшно, либо ты сам пугаешь.